Так как же вы попали в футбол, в футбольную секцию? Футбол, ну, изначально я играла, занималась ручным мячом в Октябрьском районе у Лии Олега Петровича. Он заслуженный тренер Казахстана. И у него, кстати, воспитанники, которые играли в сборной СССР гандбол. Вот. Потом поступила в институт. В институте после первого курса, после второго курса мы поехали в Боровое. Ну, как отработки все эти. И там нам попалась на глаза газета «Еженедельник», собеседник, который написал там, что будет проходить первый всесоюзный турнир, принимаются заявки. Мы эту газету взяли и пошли к нашему ректору. Я училась в Карагандинском педагогическом институте. Пошли к ректору Досмагамбетову и попросили помочь нам. На что он без всяких сомнений сказал: «Хорошо, девчонки, давайте, дерзайте». Выделил нам финансы. Огромное ему за это спасибо, потому что не каждый на это все-таки решился, и мы всегда об этом помним. Этого забывать никак нельзя. И поехали на этот первый собеседник, на первый всесоюзный турнир. Это какой, приз газеты «Еженедельник». 87-й год, да. 3 года назад, было уже 20 лет женскому футболу. И вот как раз мы тогда с девчонками в 87-м году там и были. Мы все были с разных видов спорта. Кто с баскетбола, кто, вот как я, с ручного мяча, с легкой атлетики, лыжи. И нас тренировали мальчишки, наши же друзья. На стадионе, на лысом стадионе. Мяч какой-то один нашли. Но тем не менее, это была первая женская команда по футболу в Караганде. В Казахстане даже? В Казахстане. В Казахстане мы первая команда, которая начала играть в женский футбол. Когда мы уже играли в чемпионате СССР, стадионы были заполнены не только болельщиками. Так, а в основном болельщики были эти наши друзья, студенты, родители, шахтеры. Вот. И было очень здорово, конечно, играть.